Ассаламу алейкум, уважаемые коллеги, участники конференции «Нефтепереработка и нефтехимия Центральной Азии». Будем очень рады видеть вас как участников данного мероприятия. К сожалению, в связи с текущей мировой ситуацией в онлайн-формате, надеемся, что следующая встреча будет уже воочию, и, наконец-то, данная конференция пройдет в центре Центральной Азии, в Республике Узбекистан. Мы будем очень рады видеть всех вас и в онлайн-формате, и в обычном формате в будущих возможностях. Будем рады обсудить все перспективы, то, что вызовы и рынка, и другие все технические вызовы, вызовы политические, геополитические, чтобы более точно скоординироваться между собой, чтобы мы все знали, какие новые решения на рынке технологий, на рынке продукции, куда нам лучше стремиться совместными усилиями, чтобы наконец-то перейти к устойчивому темпу роста экономики благодаря нефтехимии и нефтепереработке.